убить. Поднимай тревогу! Сюда! Поднимай тревогу! Сюда! Thank you.
предложение, ты, наверное, спятил. Лучше чистокровный стрелок. Прочь, болваны! Они не заставят нас всех подчиниться. Мы должны наказать его. Я больше не буду молчать. Проучить их! Гореть вам в аду! Надо убираться отсюда! Домой, скорей! Не хочу я с этим связываться! Что, бедняк, не убивай! Бедняк сыграл в дурную игру. Манхер, нужно быть осторожным. Я... Не сочтите за назойливость, но я видел, что вы сделали. Вы молодец. Что тут происходит? Солдаты начали мобилизовать малышню. Просто свинство. Можно кое-что предпринять, если у вас найдется на это время. Что мне делать? Да, по сути, то же самое. У меня есть план, но народу нужен кто-то, за кем они пойдут. Найдите меня, как закончите. У вас получается. Вербовщики боятся продолжать работу. Мы почти готовы выступить. Это армия короля! Самая опасная и почитаемая армия на земле! Кто-то из вас пришел сам, кто-то нет. Но это не важно, ведь теперь вы все стали братьями! И выжить можно только в одном случае, если доверять друг другу. Одно слабое звено может убить весь отряд. Как следует подумайте над этим! За ловлей детей и отправкой их на войну стоит один человек. Надо покончить с этим. Каков ваш план? Убить его, потом остальных и освободить детей. План хорош, подробностей мало. Хорошо вы стреляете? Отстрелю нас крысе за четверть мили 9 раз из 10, а 10-й осечкой. Подойдет. Прикройте меня отсюда. Поднимитесь на этот корабль и отправитесь на муштру другого рода. Поняли? Вас выбрали не за талант или умение драться, а за образ мыслей. Скоро вы все поймете. И учтите, это великая честь. Не все дойдут до конца, но кто-то преуспеет. Вы отдадите жизнь за новое дело. Защити меня! Черт! Надо срочно... Мы, ассасины, хотим свободы и мира, а тамплиеры жаждут лишь власти. Ну, я за свободу, это точно. Если вам нужен снайпер, я в деле. Значит, он должен...
Вы что, не пьете? Нет, сэр. Вдруг вам понадобится моя меткость? Выпивка меня быстро сваливает. В молодости выпил полфляжки рома с братьями в лесу. Убежал нагишом в лес. Очнулся в оленьем дерьме, чуть не помер. Так плохо было. Неохота повторять. Нет, спасибо. В таком случае, это разумный выбор. Хочу уметь сражаться, как вы. У вас есть все, чтобы стать великим ассасином. Значит, что-то намечается? Где вы научились так стрелять? В лесах Вирджинии с отцом и братьями. Мы все занимаемся разведкой и освоением еще со времен деда. А тут вы как оказались? Я младший из четверых братьев. Всегда был бы у них на побегушках. Так что уехал, чтобы начать свое дело. К западу от Огайо не ступала нога белого человека. Я решил, что сумею заработать и вне Нью-Йорка. Но началась война. И вы примкнули к патриотам? Не совсем. Моя семья за короля. Но когда детей ставят под ружье силой... Я хочу свободы, и не только для себя, для всех. Если это значит, что я патриот, пусть так. Ты ассасин. Ни больше, ни меньше. Именно. И горжусь этим. Всем грузом. Да, но губернатор Хатчинсон не дает им идти. Хочет, чтобы мы уплатили налог за чай и поблагодарили короля. Пусть король поцелует меня взад. Тебе бы понравилось? И ты тоже поцелуй. Хватит! Чего мы добьемся, если между собой ругаемся? Если Адамс продолжит свои речи, его упекут за решетку. Не посмеет. Они и за меньшее сажают. Если Тори думают так заткнуть рты, то сильно ошибаются. Тронут Адамса, его запишут в мученики. Скажи это прихвостням короля. Такие, как Адамс, только бестолку болтают, болтают. Надо действовать! Не торопись! Я и так ждал слишком долго. Мы все ждали. Покупайте самых лучших чистокровных скакунов Пани. Самое лучшее оружие. Она та еще нерва знает. Скорее домой! Ну, что теперь? Будем ждать сигнала. Какого? Это собрание не может больше ничем помочь стране. Этого. Приветствую, господа. Что ж, идем? Нет. В чем дело? Я провел весь день, попадая из одного безумия в другое, и все без толку. Прежде чем я сделаю хоть шаг, я хочу знать ваши дальнейшие намерения. Конечно. Сначала отправимся к дому Натаниэля Брэдли за нашими друзьями. Затем к пирсу Гриффина, где проникнем на суда и сбросим чай. Все просто. Не так уж это и просто. Не унывайте, Коннор. Сегодня мы победим.
Сыны свободы заявят Англии о себе, а Уильям Джонсон потеряет свои деньги. Ваша деревня будет спасена. У меня идея. Ведите нас. Так мы избежим новых неприятностей. Я прав? Черт, опять стража. Нужно обратить на них гнев горожан. Только скажите, Конор, и я их приведу. Патруль! Нужно задержать этих мерзавцев, пока чай сбрасывают. Я помогу. Распоряжайтесь. Thank you.
вот и славно. Кишки выну. Не отставать! Там за ним! А ну вернись, проклятие! Вот он! Он там! Готово! Коннор! Мы вам оставили последний. Давайте убираться.